Всем привет, вы на канале Waterface, и сегодня я буду снимать про такую игру, она называется Метель. Да, давайте стартовать. Сегодня работа немного затянулась, мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Так, сразу рассказываю, Рона, про что эта игра, для тех, кто еще не знает. Это игра про то, как нас украл маньяк, и, короче, мы должны отсюда выбраться. Так, сначала мы должны убраться на молоток, потом покажу, для чего он. Так, он нам нужен, конечно же, для того, чтобы взять этот ключик. Твою же мать! Что это там шумит? Не обращайте внимания. Открывайся, давай. Так, главное здесь ничего не оставлять открытым, потому что маньяк все заметит. Дверь можно не закрывать, она сама закроется. Так вот, он пришел, на нем уже противогаз. Потом покажу, где я его взял. Ну, вроде все на месте. Сейчас он выходит. Выходим. Включаем. Правильный код сейчас я покажу. 1987. Это год рождения разработчика. Так, мы открыли дверь. Открываем. И, конечно, она у нас падает. Быстро открываем. Давай, открывайся, давай. Давай. Уж мы ничего не успеем сделать. Нужно срочно закрыть дверь. Все, вроде все закрыто. Попкорн тоже надо взять. Сейчас он опять скажет, что все нормально. Все на месте. Давай выходим. Обратно включаем. Так, открываем бачок. Так, вот здесь вот может быть лежать засов для двери. Или здесь какие-то. Но если его здесь нет, то он там под заванной, за дверью. Так. Так. Открываем это. Кирку положить, ложись уже, давай. Так, открываем. Так, так, отлично. Обратно вешаем. Да, кстати, сразу извиняюсь за звуки на заднем фоне, потому что сейчас не дома снимаю. Да. Короче, мы сейчас вот это вот разбиваем. Быстренько берем засов, быстро бери, давай. Так, засовываем, да ё-моё, шо ж такое не... Засовываем. Засов, значит, нужно его засовывать. А, ты что же делаю? Лифт включить, давай, беги, 8 секунд. Блин, мы не успеем, наверное. Давай. Быстрее. Будет самый мой тупой провал в моей жизни. Давай, давай, давай.
Блин, я же не взял ключ, который должен был взять. Лина. Капец. Ну и чем я теперь опущу? Попался! Не попался. Давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все, теперь он должен пол. Ё-моё, нет. Ё-моё, страшно. Так, ждем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все, теперь он должен ползать. Так, вот так вот мы можем пробираться. Вот, смотрите, это еще один такой вот баг. Если побыть 10 секунд в этом в лифте и выйти, то он будет ползающим. И все. Ё-моё! Фу, ё-моё, чуть не попался. Я что-то не вижу двери. А, вот все. Ай, сложно. Так. Быстрее, быстрее, быстрее. Фу, отлично. Видимо. Так, когда мы взяли кирку, нам нужно вот здесь вот разбить. Вперед, пока не упремся. Да, потом сейчас вы видите, для чего нам понадобится вот такой вот и вот эта штука. Да, откроем эту штуку и это. Ну ладно, если вам понравился этот ролик, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Waterfizz, и всем пока.